Ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Московской области с 2013 года. Ее цель – восстановление лесного фонда Подмосковья. В этом году акция «Лес Победы» проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции, поэтому во время мероприятия соблюдаются все меры безопасности. На этот раз жители не принимают участия. Основная работа легла на плечи городских служб. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию. Также сократилось количество запланированных мест высадки новых деревьев. Одним из них стала площадка в начале Садовой улицы. Вот здесь в районе 40 саженцев яблони высаживается и 38 саженцев ивы. На имбоудер-сервис выпала основная часть работы в связи с тем, что объявлены карантинные меры, то есть меры, которые предусматривают самоизоляцию жителей. Несмотря на урезанный формат мероприятия, в этом году оно проходит в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы выбрали самые основные площадки из заявленных ранее. Посадочный материал был приобретен своевременно, поэтому мы к акции были готовы в любом случае. К экологической акции присоединились и мотоболисты команды «Металлург». Тем более их родной стадион находится в нескольких минутах ходьбы от этой площадки. Наша спортивная база, вот она рядом. Практически делаем для себя, для того, чтобы выходить после тяжелых тренировок или игр и дышать хорошим кислородом и любоваться этими деревьями. В этот же день в другой части города, на Заводской улице, высадили 200 кустов кизильника. Это неприхотливое растение позволит в будущем оформить вдоль дороги живую изгородь. Всего в рамках акции «Лес Победы» на территории муниципалитета озеленили 19 площадок. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.